Порезском районе продолжают устранять последствия африканской чумы свиней. О проделанной работе сегодня утром отчитался главный ветеринарный инспектор Чувашии. Для ликвидации очага в муниципалитет отправили 12 специальных комиссий. Сейчас необходимо сделать все, чтобы вирус не распространялся дальше. Работают специалисты Минсельхоза, работают специалисты районного звена, это порядка 30 человек. Более 40 человек сотрудники МВД, работают 5 экипажей УГИБДД. Сейчас проводятся мероприятия по сжиганию трупов. Значит, подготовлены места для сжигания в Семеновском и Мишуковском сельских поселениях. У населения и сельхозпредприятий было изъято более 1500 голов свиней. В ближайшее время начнутся выплаты компенсаций. Чтобы получить деньги, людям необходимо написать заявление. Для того, чтобы представить Минфин для выплаты с бюджета денег, все решения приняты. Вот сколько человек и на какую сумму вы сегодня представите? На сегодня, значит, мы подготовим для населения Напольного, Рындина и Сыресии. Сколько примерно получается? Ну, завершили еще в Козловке, Мочкосы и Октябрьске. Вот по сегодняшней информации тоже акты и реестр будем готовить. Тотальный контроль на дорогах помог зафиксировать случаи незаконного вывоза мяса, что просто недопустимо. Очаг заражения может увеличиться. Нарушители попадаются на постах. Каждую машину осматривают инспекторы ГИБДД. Многие пытаются через Алатырский район вывезти и попадают на постах. Когда на постах попадают, там нет возмещения вот так вот по 146 рублей за мясо. Там мясо изымается, накладывается еще штраф, и все это увозится на утилизацию. Работа продолжается. В ближайшее время предстоит изъять и утилизировать более 1000 голов свиней. Дмитрий Ковалев, Татьяна Молокова и Андрей Шоклев. Республика.